Ну что, чуваки, это видео будет длинным, потому что я решила в 3 минутах показать всю распаковку. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 пакетов. 6 пакетов. Чем 6 видео, лучше в одном все я покажу. Так, тут у меня молоко. Это что, я уже не помню, что это. Сливки питьевые для кофе взяла. Сметана. Масло. Вот это масло мне больше нравится, чем домашнее на этой марке. Не знаю, почему. Просто домашнее масло мне не заходит. Правда, нет. Я не люблю вообще ни домашнее молоко, ни домашнее масло. Это все не для меня. Ой, вот тут крутая вещь, конечно. Надо холодильник сразу убрать. Чудовища. Тут чудовища под названием креветки гребенчатые. Они прям как гребенчики. И лангустины. И тут еще одни чудовища под названием лангустины. Что-то... Какие они огромные! Какие огромные эти чудовища, посмотрите. Обалдеть! Просто с моей руки длиной. Как они в морозилке? У меня уже вся морозилка с жратвой забита. Мясо, фарш, курица. Некуда ложить уже, нет. И еще одни. Это тоже креветки гребенчатые. Их не сегодня будем готовить. Сегодня у меня другое. Это зелень. Тут очень много зелени. Я заказала мяту, щавель. В тот день кто-то мне из девчонок написал. Типа, Элька, ты что, щавель, наверное, где-то есть еще? Я только думала, может, реально? Самолет, может, реально щавель есть? Я заказала, реально есть. О, это знаете что? Какой прикол? Покажу вам, чтобы вы посмотрели. Морковка. Смотрите, какая красивая. С зеленью. Такой морковки захотелось мне. Идиотка же. Просто обычные помидоры. Тут тоже помидоры. И тут коробка манго. Целая коробка. Я заказала целую коробку манго. Она была по акции. Вот так вот. Круто? Круто? Вот согласитесь, что круто. Не говорите, что нет. Кому-нибудь я это поделюсь, конечно. Не только мне. Просто она по акции была. За 1400 целая коробка. Из-за этого я взяла. Там, думаю, раздам кому-то. Баклажанов заказала побольше. Готовить что-нибудь. Это огурцы, показывать их не буду. Еще баклажан.